все их много наделало, да? Ты 5 часов доиграла? Наверное, вот это моё. Кеженька, а кеженька. Так, не надо спускаться. Ты далеко дошла-то? А оно там в канализации, что ли? Это, вот это оно терроризирует, да? Слушай, а сложно, да? Я чувствую, ты со своим уровнем, да, я вообще, наверное, не справлюсь. Да хорош, у меня там 32-й, что ли. И у меня нету ни хера ничего. Ты её так и не убил, да? У меня вообще ничего нету. Следы сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц на что сдался. Чё он сказал? Чё-то ничего не разобрал. О, а здесь следы женские. Она была одна. Лучше в темноте видно или при свету? По-моему, в темноте лучше видно. Не люблю кошек. Люблю попугаев. Я чувствую, меня здесь утопит, сейчас замочит 30 уровня, охренеть. Когда жабу убил. Раны резанные явно от клинка. Это работа не чудища.
Не смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. Шани? Геральт? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! Шани, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Что-то ведьмак пессимист. Черт бы побрал! Все зря. Всегда говорит, он же умер. Что ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт. Пожалуйста. Рада тебя видеть. Спасибо. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Узимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Кто на вас напал? Ты разглядела? Нет. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое, ливалось ядом и как бы чавкало. Ха. То есть это явно не трупоед и не стая утопцев? Нет. Оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения? Да нет. Не-не. Так как это вообще никакая. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Нолс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальные. А сколько их было? Целое отделение. 6 храбрых парней. Все мертвы. Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Сюда, прямо к девочке. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил одну из стен. Чего ты хочешь, Геральт? Сама знаешь, что я хочу.
хорошо. Подожди, ну куда идти-то? Здесь, здесь. Все заперто. Да? Здесь ключ нужен. Лес. Наташка, а куда идти здесь? А там закрыто все. Все, точно понял. Осторожно, чудище все еще может быть где-то здесь. Это солдаты из твоей охраны? Да, они. Верн, Миклас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы, когда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились, но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, и я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Когда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром.
А с Верном мы служили еще под Дорианом. Миклас завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь чудовище, надо будет прислать сюда кого-нибудь, чтобы забрать их и похоронить. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт. Но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Это здорово. Пойдем. Что за приказы? Раны резанные явно от клинка. Это работа не чудища. Наверное, работа того чувака, который лежит рядом. Виноват. Стену-то разрушу. В городе ходит легенда, будто это чудовище. На самом деле принц, превращенный в жабу. Я слышала. Много женщин на это купилось. Придушила бы того, кто распускает такие сплетни. Значит, ты в это не веришь? Я изучала медицину, а не литературу. И в сказки не верю уже давно.
Блин, а как смотреть? Так, снаряжение. 175, 20 сопротивления, да. Круче будет. Я в шута оделся. Вот это что такое? Я таких вообще что-то не видел. Куда они вставляются? Это, походу, те же самые, просто их сделали квадратными, чтобы было удобно различать или что? Где? То, что они вверху, типа, сортируются или что? А, вот это что? Блин, опять эти знаки, я не помню, что там, какой из них, что. А Квеннет толкать, да? Квеннет, чё? А Юрден? А, точно. Почему нет? Сказал. Блин, у него одежда вот первая, самая нормальная, смотрится. Это как... Пиздец, какой-то, блин, как-то это... Телогрейка какая-то. Фиолетовая. Ну, шут. Ну ладно, игни так игни. Это толкать еще хорошая штука. Толкать арт? У меня вареники в снаряжении. Вареньки мощные. Оружие. Конечно. Вон, 4 вареника. Да нет, я ж с нуля начал. У меня нету. Блин, я теперь шутом стал. Что-то мышкой не могу привыкнуть играть. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Так, я отсюда пришел. Здесь.
Куда, куда? Почему жизнь-то не увеличу? Сюда? Да я что-то тоже не делаю. Наверное. Блин. А где эта баба? Что она не помогает? Куда? А почему у меня уменьшается жизнь-то? Я травлю что? Почему жизнь поуменьшается? Я сейчас на, походу начну. Ой, блин, я сейчас начну хер на это откуда что? Что-то я даже боюсь представить, откуда я сейчас начну. Блин, ну это нереально что-то так играть. Если бы я был хотя бы. А если туда упасть? Геральт, с тобой все в порядке? Все нормально. Мне здесь не спуститься. Я поищу другую дорогу. Будь осторожна. Это я пошел туда прошел. Блин, я что-то сожрал до хера. Как мне интоксикацию теперь снять? А где я его возьму? Слушай, а ты что не делал из мозгов утопцев там, нет? Я главное отпрыгнул, а не меня напрыгнул. Ой, хер это. Глаза с такого не было, да? Видел? Когда это оглушает, что-то мутнее, зеленее все. Нет.
как этот модем работает. Старый. Даже как жрать-то, ты мне объясни, на какую кнопку? Чё-то не могу ориентироваться нихер. На Y? Блин, так далеко. А. А на Т это что это? А? А я могу на R поставить, допустим, еду, а на это, или как? Блин, игры далеко тянутся. Пришла сюда расколдовать принца, не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Красиво. Чужие прям такие. Что с тобой? Я в порядке, а ты? Как ты сюда залезла? У Верна был при себе ключ от решетки. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Талан прикольный. А чё, чем так? Наоборот, нормальный человек. Тебе нужно вот разукрашенную Йеннифер там, пышную. Это. Ну, таких их три утрированных каких делают, а это нормальный человек. Чай хочу. Здесь порядочно удобно. Это что-нибудь значит? Чудовище явно на них не нападает. Может быть, то, что здесь рыщет, живет с ними в каком-нибудь симбиозе? Это я уже нажимал? Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Угу. Немного выше колена. Не, он что-то проутопил. И чем-то обработал его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри. Похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы, не считая ран, полученных в бою. Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью. Чё-то не понял, а почему здесь нога и алкоголь? Я прослушаю, не слышу. Что там? Чё ты слушаешь? Не слышишь. Чё он сказал? Он сказал, что он обработал рану на ноге. А, спирт. Понятно. Тут мы уже ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой.
запах. Алкоголь, кровь. Еще вонит чудовище. Оно, должно быть, проходило здесь. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца. Не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Чего ты хочешь, Геральт? Чего я хочу? Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Да? Шали, может, возьмешь пробу отсюда? Ну да. А вместе с ней землю, щебень и дерьмо утопцев. Мне нужен чистый образец. Лучше всего из логова. Шани, берегись! Что? Блин! Пошли, фу! Чтоб тебя, блин. Ну, сколько мне еще? Твою мать, блин, китвал тут. Тело практически не тронуто, покрыто слизью наполовину. Надеюсь, чудовище ушло через этот канал. Мы здесь не пройдем. Надо поискать. Тело женщины все покрыто слизью. Выглядит так, будто чудовище оставило ее на потом. Берегись, в сторону!
Гражданский вояка. Похоже, решил убить чудовище своими руками. Видно, в крайнем случае утопцами оно тоже не брезгует. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Эта несчастная, кажется, пыталась отсюда выбраться, но не сумела. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Убитых утопцев. Странно. Я думала, что чудовище их не трогает. Наверное, до тех пор, пока они сами держатся от него подальше. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, и эта вонь. Должно быть, мы в логове. Свежая. Бестия была здесь совсем недавно.
Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. А у меня как раз есть немного спиртного. Ты же не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полно тел, использую одно из них. Тебе хватит того образца? Надеюсь. Но еще хочу взять образец свежего яда, когда ты убьешь чудовище. Для противоядия? Зачем оно, если чудище будет мертво? У меня есть пациенты с отравлением. Им лекарство точно пригодится. А прочие образцы я исследую. Кто знает, какие у них свойства. За работу. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких «но». Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище, беги на поверхность. Ладно. Шани, посмотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт. Порол тело. Thank you.
Так долго не становится. Что я бегаю? А, потому что я бегаю, я не могу это. А черт, полет не так. Слепил.
бомб нет. Почему бомб? Нет, нет, что это?
Thank you.
Блять. Ну так все пиздато было. Ну какого хуя, блять. Делись, я не понимаю вообще, блядство какое-то.
А, вот так. Thank you.
Блять, тварь ёбаная, сука.